Со спортивной арены перенесемся на центральную площадь города. Уже вечером в субботу международный праздник Издемина передислоцировался на площадь Дерунова в самый центр Рыбинска. Более 1000 горожан вышли поздравить победителей лыжных гонок по итогам 2 дней. Конечно, самая горячая поддержка ожидала наших спортсменов. Сергея Устюгова, Евгения Белова, Андрея Парфенова и Наталью Матвееву. Церемония награждения завершилась праздничным салютом. Губернатор Сергей Ястребов тоже побывал в Демино и высоко оценил организацию соревнований. У нас получился хороший праздник спорта. Что мы и хотели получить, чего мы и хотели добиться. Это случилось. Количество людей, которые были на стадионе, которые сейчас там, у всех хорошее настроение. Все хотят еще.